Славик, а расскажи ко мне, вот, пожалуйста, что такое Салутан? Салутан это... Очень много всяких телег про Салутан. Да, это же Салутан, там, вау, Салутан, где надо стать Салутыгу. Салутан это лекарство от кашля. От кашля, да? Вот. Его... Для бронхов, да, получается? Ну, наверное. Всю фармакинетику я не знаю. Я помню, когда был маленький, нас поили этим Салутаном, блин. Точно. Вон, смотри, это лекарство от кашля. Детям до 40 лет его выдавали вообще бесплатно. И, то есть, оно, ну, как бы не считалось никаким, блин, но оно содержало в себе эфедрин. А, так вот, что там фича какая. Там эфедрин. Эфедрин там. Она на основе, Салутан сделан на основе эфедрина. У них еще привкус такой, они своими каплями, блин, это Салутан. Это, а, блядь. Ну, значит, а если эфедрин, чтобы облегчать дыхание? Ну, кашель, чтобы, ну... Ну, да, есть, на мой этот, как, кашлевый центр, да. Это лекарство от кашля, детям 3 лет выдавали. Это лекарство, угнетающее кашлевой центр, во, как правильно формулировка. Ну, как на терпин-коде было написано, там кодеин угнетает, блядь. А, ну, понятно, и на кадиллаке тоже там, я понял. В кодеине, а, то есть, а в терпин-коде содержался... экстракт травы, термопсиса, блин, кадеин и сода. Желтый мочок там не собирался. Нет, это тоже, кстати, от кашля. Да? Глуцидный гидрохлорид. О, блин. Ну так и что там по Салутану-то? Ну, Салутан, вот, вот, он от кашля, вот, с эфедрином это была хрень. Из него можно было... из Салутана. И какой-то умник там придумал, да, вот эту вот фигню. Из него винт варили. Засадишься такой и сидишь, знаешь, так, это... Или полежать можно, или сидеть такой, и это... Глубоко дышать надо. И песни петь. Не, не надо, в тишине, но глубоко дышать. Ага. И такой тебе так накрывает, накрывает. Раз, а, заебись. Ну, от него тоже там, наверное, побочка какая-то. Да, бля, какая, ну смотри, побочка от него можно идиотом стать. Если долго, идиотом? Если долго употреблять, а, ну, первентин, понятно, то там можно стать идиотом. А, то есть это и есть первентин? Да. Ух ты. А он же на головной мозг-то как воздействует? Это ж пиздец, это, блядь. Ну, как получается? Ты ж как... не спишь, не жрешь, не срешь, ну, да, не ссышь, не пьешь, ну похуй. Ага, вот тебе так. Ничего, у тебя все желания пропадают. Типа того, знаешь, как лампочку тряхануть, она ярче горит, короче. Да, да. И сгорает потом. А потом сгорает нахрен. Да, да. Да, блин. А Джефф что такое? Джефф это, блядь, это вот как раз делали из... там никакой химической реакции, вы просто... делали, блядь, выпаривали из Салутана этот эфедрин, и эфедрин потом этот кололи, этот Джефф назывался. А-а-а. Просто эфедрин. А тут читаешь там всякие книжки про Питер, там всю дорогу все на Джеффе, там на Джеффе. Ну, это эфедрин. Ну, раньше были эфедрин, капли в нос, блядь. Мазь Сунарев. Не знаю, значит, мазь, а были капли в нос. Это вот при полипах, хуипы, вот эти капали туда. Вот он чистый эфедрин был вообще. Он стоил недорого вообще, он копейки какие-то стоил. Ну, я понял. В аптеке, блядь. Но его он был по рецепту. Хотя можно было и без рецепта. Короче, если захотел-то заморочиться, все можно было найти в аптеке. В аптеке, да. Да все продавалось, блядь. И терминал натрия стоил, блядь, 3 копейки, блядь, или 5 копеек, блядь. Ух ты. Там пачечка вот такая вот. Ну, сейчас, наверное, блядь, это все в список запрещенных препаратов внесено. Да, 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 сейчас все это занесено. Все. Даже антибиотики и то должны по рецептам продавать. Во как, блин, дожились. И, блин, ну то есть, вот, я в 2013 году... Бля, в аптеках все позапретили, а молодежь на соляк скачет. Слава, и... ну а ты согласен, что наркомания это зло? Ну, конечно. Ты прошел этот весь путь, да, от начала, да, до конца. Ну да, ну а что, блядь? Падал на самое дно. Знаешь, иногда спрашивают, блядь, жалеешь, блядь, а хули жалеть, уже не вернешь, хули толку жалеть-то, блядь. Ну да. было, блядь. Сколько у тебя клинических смертей было? 3. 3? Охереть можно, блин. 3 раза ты отъезжал от передоза. Ну, один раз не от передоза, блядь. Один раз от того, что, блядь, я... Вообще уже кровью кранты. Потерял, блядь, ёпты. Почти, блядь, половину, блядь. Пробил иголкой вену. Артерию. Артерию. Охренеть, блин. Хлестала, блядь, из ноги, там, пиздец, там, вот такая вот струя, вот так вот была. И ничем не остановить. Я хули взял прям эти полотенца-то вот эти бумажные. Заткнул и вот так ходил. В общем, 2 рулона этих полотенец ушло, блядь. Затыкал все, блядь, пока скорая не приехала. Приехала, а я в ванне сижу такой, это. Ну, кухня
у Гондонина вся была, блядь, как на бойне, блядь. Пиздец. И это. А я сижу в ванне, блядь, вода налита немного. И я сижу в воде, ну, кровище везде, блядь, ёптать. Бабка заходит, блядь. Она чуть в обморок не упала. Дает мне вот такую вот тряпочку. На, сына, заткни ты эту хуйню. Я говорю, ты что, дура, блядь? Пиздец, там цирк, блядь. Обычная скорая приехала. Потом она приехала, поглядела, пиздец, вызвали такую, блядь, реанимацию. Ну вот, на реанимацию меня. И в машине у меня сердце остановилось. Они меня этим запускали. Во, как круто, блядь. Охереть. А, да ебал я такие. Крутость такую. Такую крутость, все. И после этого ты решил, больше ну его нахуй, блядь. Да ну. Нет. О чем говорить? Блядь, велика тяга была, значит. Да пиздец, это было 2011 год, и я еще где-то год потом еще торчал.